У меня есть что говорить народу, и есть что отвечать на их вопросы. Поэтому я встречаюсь с людьми. Моя тактика и стратегия проста. Это я не сворачиваюсь с начатого пути и честно прохожу до конца. Мы знаем, что борьба развернулась очень остро за должность президента Чеченской Республики. Конечно, в этих условиях, когда и преступность, будем так говорить, очень сильно влияет на ситуацию, конечно, напряженно. Тем более, вы знаете, сколько вокруг Чеченской Республики всевозможных сил, которые и так хотят, и вообще ни выборов не хотят. И из каких источников вы намерены привлечь средства на продолжение социальных... И мы обойдемся на сей раз без какого-либо вступительного слова.